Привет, друзья! Карабахский сепаратист Давид Бабаян уверяет, что потеря Карабаха приведет к доминированию пантюркизма в регионе Южного Кавказа. Зачем якобы последует проникновение пантюркизма в Центральную Азию, Северный Кавказ и Ближний Восток? Мы понимаем, что геополитика руководствуется своими правилами. Мы, к сожалению, вошли в эпоху голой геополитики, когда принципы и нормы отодвинуты на задний план, заявил он. Давид, а что ты считаешь принципами и нормами? 30-летнюю оккупацию азербайджанской земли? Территориальные претензии Армении к Турции? Или, может быть, поддержку российской агрессии против Украины с признанием сепаратистских ЛНР и ДНР? Если для тебя, Бабаян, это является принципами и нормами, то, конечно же, такие принципы и нормы нужно отодвигать. И не только на задний план, а вообще в мусорную урну. А относительно пантюркизма в регионе Южного Кавказа, так я тебе вот что скажу. Турция и Азербайджан не совершают беспредел так, как это делают ваши российские так называемые старшие братья. Да и вы в том числе. Турция и Азербайджан как раз таки и руководствуются принципами международного права и его нормами, если, конечно, эти права не пересекают красные линии морали и человечества. Я имею в виду, например, нетрадиционную сексуальную ориентацию, которую популяризуют многие западные страны. Я считаю, что тюрки имеют право доминировать в регионе, если их доминирование приносит в регион настоящий мир и лучшую жизнь.